Приветствую зрителей канала, здравствуйте любители приключений, путешествий, сталкеры, бушкрафтеры. Кто смотрел, следит за моими какими-то соцсетями, то знает, что я приобрел палатку такую двухместную, дом 2, купол 2. Весит она полностью в сборе 2 килограмма 630 грамм. Ну, для двоих человек это отличный вес, но мне ее хотелось бы брать еще и в одиночные походы. И что... Чтобы сбросить какой-то вес данной палатки, я начал, соответственно, же с колышков. Прежде чем мы начнем, напоминаю, что после просмотра ролика вы можете щелкнуть по названию канала и перейти во вкладку «Видео», где вы найдете свыше 200 роликов с обзорами, распаковкой и уникальными походами в космических ландшафтах. Колышки у этой палатки весят 340 грамм. И что я сделал? Я заказал на AliExpress колышки, которые мы сейчас распакуем. И давайте я взвешу их. 130-140 грамм. Вот такие алюминиевые колышки пришли. Красненькие. Заказал, там, по-моему, еще оранжевые были. Их 10 штук. Соответственно, вот эти 130-120 грамм, их все 10 же не надо нам носить. То есть мы можем уменьшить вес еще за счет того, что нам поменьше надо количество этих колышек для нашего строения палатки. Я вообще думаю, что мне даже 5 колышков хватит. То есть полностью... Да ладно, так, тут у нас сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать колышков. Я в такой палатке ночевал, и сразу скажу, что там фактически 4 по углам, только колышко мне надо, и тамбур, чтобы привозить. Ну, в первый же поход я по-любому возьму все колышки и посмотрю, сколько мне потребуется данных. Надо тут, в общем, вот эти петельки все подзатянуть. Колышки трехгранные. Выглядят достаточно мощно, прочно. И легкие, что самое главное. По сравнению, я не знаю, там, с одним, ну, раза в два, да, тяжелее. Первый раз заказываю алюминиевые колышки. Вообще колышками никогда не пользовался, но такие бывают моменты, что сильные порывы ветра. Я обычно как палатку ставлю и просто закидываю туда рюкзак. Палатка, конечно, никуда не улетит. Но бывают моменты, когда установить саму палатку даже нереально. У меня и дуги ломало, вы знаете, я заказывал алюминиевые дуги на ветру. Кто смотрел фильм... В поисках подземных мечетей мне приходилось ночью ее ремонтировать. Ну, вот такая вот у меня распаковочка сегодня. Не знаю, кто такими пользовался, пишите в комментариях. Ссылочку на этот товар я отдам тоже в описании. Стоят они порядка 4 долларов. Это самые недорогие алюминиевые колышки, которые я только нашел на Али. Всем удачи, пока! Уважаемые зрители, подписываемся на канал, те, кто не подписан, и обязательно ставим колокольчик, так как в ленте не всегда выскакивает новое видео. Всем удачи, пока!